Все эти усилия направлены на создание религиозного сообщества людей, объединенных общей верой в ГУЛАГ, созданный для уничтожения собственного народа по прихоти злобного Сталина. Приятность нахождения в таком сообществе обусловлена именно осознанием своей причастности к противостоянию злу. Рядовой член сообщества вряд ли задумывается над тем, с какой целью создано принятое им вероучение. Образ темных сил, возвращению которых противостоят белые рыцари ордена ГУЛАГа, исполнен в настолько ярких красках, что научному подходу здесь просто не место. Впечатлительные юноши и девушки заслушиваются рассказами бывших узников ГУЛАГа. И даже, наверное, не думают, что очередная жертва может банально врать. Ни времени, ни желания, ни самое главное необходимости проверять болтовню стариков и старух у работников музея нет. Инсталляции и экспонаты музея имеют вполне религиозный характер, ибо созданы не для обучения, а для поклонения. Вот пол в музее, усыпанный гильзами. Для этой инсталляции музей специально закупил 700 тысяч гильз. Отметим, что без участия Минобороны это практически сложно. В этом зале у нас на пол насыпаны, как вы видите, гильзы от патронов. Их около 700 тысяч, как раз по числу расстрелянных в годы Большого террора. В результате вот этой вот операции против антисоветских элементов было репрессировано более 800 тысяч человек, из которых более 400 тысяч было расстреляно. И в чем же музейная ценность этих купленных гильз? Это музей или тематический парк? Уж очень все эти экспозиции напоминают выставку «Советский рай», открытую 9 мая 1942 года в Берлине. На выставке показывался ужасный быт советского человека, пыточные камеры, лагеря, инсталляции, восковые фигуры, каталоги. А это в рамках все той же пропагандистской программы сравнение условий жизни в Советской России с 1913 годом. 1913 еще только 3 человека семья в одном помещении, приблизительно 16 квадратных метров. 28 год 4 человека в одном помещении. 39 год 6 человек в одном помещении без учета семейных отношений. Как это все знакомо. Еще несколько фото с нацистской выставки. Вы же не думали, что музей истории ГУЛАГа – это оригинальная идея? Музей как раз должен нейтрально, без какой-то пропаганды и агитации, просто разложить, как это было. В Московском музее ГУЛАГа не хватает только мощей святых заключенных, к которым с благоговейным трепетом прикладываются посетители. Ну вот, например, входная двухстворчатая дверь от помещения управления Треста Мосодежда, здание которого возводилось руками заключенных. В 1945-46 годах на строительстве этого дома работал Солженицын. Так, и в чем научно-историческая ценность данного экспоната? В чем его музейная ценность? Дверь дома, на строительстве которого работал дезертир и распространитель нацистской пропаганды Солженицын? И это все. И вы потратили бюджетные деньги на розыск, приобретение и доставку данного ценнейшего экспоната? И это не шутка. И так же, как от глаз простых прихожан скрыты финансовые механизмы и истинные мотивы топ-менеджеров любой религиозной организации, так же и рядовой верующий церкви ГУЛАГа приходит в музей не для того, чтобы что-то узнать, а чтобы укрепиться в вере. Ведь музей истории ГУЛАГа работает не с фактами и документами, а с эмоциями прихожан. И как любая религия, церковь ГУЛАГа нужна для одурачивания и управления –